Веселые прилипалы 2. Скоро в Дикси. Стив проходит паркур на время. Так вот. Ай, я чуть не опять поскользнулся. Теперь вот так вот. Если робот упал, то это не беда. Можно заново проходить, потому что еще время есть. Ай, я упал. Теперь все заново проходить. Стив Шоу на канале Карусель. Всем привет, вы на канале Доктор Белл. Сегодня мы будем играть в игру под названием Bad Pigs. Что ж, мы начнем. Позовем нашего рыбника, который готов все это делать. Не знаю, что это происходит. Вот сюда, тортик. Смотрите, нам надо этот бисквит катилет. А бисквит катилет смогу? Что ты построишь? Нет, это плохой вариант, давай мне другой. Вот эту-ка. Нам нужно вот так. Это кинис. Это кинбарабан. Только это. Что-то конец, кто-то отправит до 3 звезды. Есть первая звезда. Так, все нет. Опять это не то. Так, все не то. Вот мы выполним. Хорошо. Опа, такая звезда. Теперь до третьей звездочки. Так, следующий уровень. Так. Что-то новенькое. Вот это. Позовем нашего рыбника. Ну, вот такая вот конструкция. Нам надо еще склеить. Спускайся вниз. И все. Вот это аттракциончик. Так, ремонтик. Я вам разрешаю что-то построить. Что-то построить. Ну, построим вот такую конструкцию. Опять мой сочетание. Ящик.
открывается уровень, кепочка упала, свиночка пропала. Так, ремонтик. Тык-т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 ык. Посадили шарика и погнали. Ящичек открыл. Все забрали. Так, все забрали. И хопа. На время мы уже успели. Но надо свою что-то построить. Хочу другой. Вот это ка. Три звёздочки наши. Два четвёртого. Ремонтёр, я разрешаю что-то построить. Вот, ну-ка. А, нам надо склеить. Две звезды. Только ящичек. Попробуем еще раз. Опа, я забрал ящичек. И теперь до финиша. Опять мы не взорвались. Но это хорошо. Поехали дальше. Ремонтёр, я вам разрешаю что-то построить. Построил какой-то самолет. Полетаю. Ага. Ага. Подмени. Второй нам уже не стоит. Так, вот посмотрим. Вот. Такая вот конструкция этот сестры. Давайте. Сюда. А, клей. Так.
назад как будто. Так как мне добраться до Фиджи? Но только через сотни реально нам не подходит. Так. Без деревянных колесков. Это не смог. Вот. Вот. Что ты сразу мне не сказал? Из веточки? Сразу? Сразу три? Вот, хорошо. Так, ремонтёр. Сейчас такая построил конструкцию. И опа, дофиг. Три звезды, и у нас открывается уровень. Сейчас посмотрим. Так. Как-то пройти. Спасите, помогите. Как это пройти? Погнали. Кто будет пиарить? Ну ладно, давайте пройдем в следующий. Вот, возьму уровень. Ремонтер, что ты построишь? Хоп. Построил такую конструкцию. Клик. Колесо что-то застряло. Эй!
Е-е-е. Такая у нас получилась серия. Если вам понравилось, так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, ждите новых видео. Всем пока-пока.